И всем привет! Вы на канале Игромания ТВ. И сегодня я буду продолжать свое выживание на сиде тоже Игромания ТВ. В прошлой серии я построил, почти достроил свой дом. Осталось только доделать стекла. Сделать окна. Домик у меня получится, я считаю, довольно красивый. Потому что и на первом, и на втором этаже стен как бы практически нету. Стены будут из стекла. Чтобы сделать стекла, нужно добыть песка. А песок у нас вон там. Аккуратненько спустимся. Аккуратненько. И пойдем за песком. Песка мне будет, будет добыть довольно много, мне кажется. Примерно около 200 стаков. Поэтому эта работа будет довольно долгой. Вода полилась. Будем добывать здесь. У меня 47 его песка пока что. Закрою воду, чтобы она не мешалась. Вот тут гранит. Он мне не нужен. У меня сейчас стак 25. Добуду еще песочка до 2 стаков. Я, пожалуй, сделаю себе несколько печек, чтобы у меня стекло делалось быстрее. Это время сэкономит. Сейчас стак 49. Осталось добыть еще. Ну, добуду еще 15. Осталось еще 3. Раз, два. И все, у меня 2 стака песка. И пора выходить. Сейчас я заберусь наверх и точно посчитаю, сколько мне надо песка. Потому что, ну, чтобы уголь просто так не тратить, хотя его тут много, как видите, он и здесь есть, и да везде. Забираемся. И я пришел к своему дому. И сейчас буду считать, сколько надо.
Если знать, что у меня тут... Что ширина у меня комнаты 7 на 7, площадь комнаты, то... Здесь будет 7 блоков, здесь 6 будет, здесь 4, и здесь 7. 14, 18, 24. Здесь. Высота 3 блока. А длина 7 блоков. 21, 21, 21, 63. 9 и 9, 18, 81. 81 плюс 24, это будет 105. 105 стекла нам нужно. Что ж, буду делать печки. Сейчас мне нужно найти камень для них. Замшелый булыжник я тратить, естественно, не буду. Я его буду использовать как украшение там. Сделаю я печек, но... Печек 7 сделаю, потому что если одним угольком затапливать, то это на 8 стекла получится. Два уголька в одну печку 16, другую там. Итак, примерно 6 печек будут по 16, там песка будет и по 2 уголька. А следующий будет 9. Один уголек, и там я дотоплю двумя палочками. Так, сделаю еще одну кирку. Каменную сделаю. Выложу пока что ненужные мне ресурсы. И пойду дальше добывать камень. Чтобы сделать 7 печек, мне понадобится 56 камня. Сейчас у меня его 23. 56 минус 23, 33. Осталось 33 камня добыть. Еще один осталось добыть. Жмяк. И 33 у меня. Можно делать печки. Чем затопить? Есть 30 угля.
Как я на второй этаж перескочил. Паркур. Так. Достаем булыжник. И делаем 7 печек. Я мог бы и 8 сделать, но... О, 7 печек. Как раз выставлю вот сейчас. Вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Положу сюда весь песок. Песочек оставлю. Выкладываю песок. Сколько? По 16 в каждую. 16. 16. Не, спасибо. Извините. Последнюю печку мне нужно будет выложить 9 песка. И 9 песочка. Затапливаю. Сейчас. Сюда два угля. Сюда тоже два. Два, сюда два, сюда два, сюда два уголька, а сюда один пока что. Там я подтоплю еще двумя палочками. Может, я сразу положу. Вот топится. А я пока, пожалуй, сделаю дверь. Всего делов-то. Жмяк. И осталось только стекла. Ну и мебель, естественно, какую-нибудь. Так. Вот как светится все. Клево. На улице так темно, а в доме так светло. Выглядит классно. Вот такой домик. Правда, ничего, в принципе, за эту серию в нем, кроме двери и печек, не изменилось. Но изменится в следующей серии. Что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем еще раз спасибо. Всем пока.